Всем привет, ребят. Ну что, вот наконец-то у нас добавили все-таки инфу по поводу наших стражей, что кто будет давать. И как пишут разработчики, они будут не только усиливать там ваших героев, дополнительные функции им давать. Ну, в общем, они усилят битву лучше, чем арты. То есть такое у них обещание. Только вместо 5 артов, как у нас было, будет всего лишь 3 стража. Сколько можно будет юнитов сюда повешать, я не знаю. Сейчас выберу вебку, чтобы вам видно было. Так, так, так. Вот так вот. Первый это скандалист, переводится так. Дает иммунитет к стану, увеличивает атаку, увеличивает атакующую скорость и крит. Критрейт это шанс урона, по-моему, или крит. В общем, такой вот будет первый. Второй у нас будет оракул. Дамаг плюс молчание плюс здоровье плюс увеличивает будет уклонение, насколько я понял, accuracy, наверное, скорее всего так. Третий у нас будет святой, типа увеличивает, дает атаку, takes less damage, increase move speed, короче, увеличивает скорость и я так понял, что точность. Суть не важна, важно, сколько у нас будет все-таки юнитов помещаться. Вот это вот более интересно, и за что мы будем их прокачивать. Все-таки 5 артов это 5 артов, а тут получается у нас всего лишь 3 стража. Поскольку они добавят сюда героев, я не знаю. Было бы неплохо, чтобы можно было всех сюда зафигачить. Это было бы очень неплохо, но пока, к сожалению, никакой инфы, как обычно, нет. В последнее время будем надеяться на то, что выйдет на этой неделе уже обнова на китайке, и мы сможем полноценно полностью все посмотреть. Так, ну в принципе вот такая вот инфа, ну в принципе хотя бы уже понятно, хотя и так было понятно, что первый на урон идет, второй на уклонение, третий там будет бафа давать по поводу усиления скорости и прочего, то есть для тыковки. Ну я пока не знаю, что и как, посмотрим уже более подробную инфу. Честно говоря, переводить лень полностью, да, и переведешь, а потом оно окажется все наоборот, как обычно это бывает. Вот так, ну побежали. У меня также сегодня у нас будет архи, попробую тот же самый состав, не буду заморачиваться. Сейчас я гляну только, какой у нас архидемон. Что-то все, я так понял, печально с архи со станом. Урон по зоне отражает урон. Ну, я не знаю, ли он к разбросу. Сейчас проверим, в общем. Так, вот такая у нас будет имка. Так, ей поставим ангела. Первый готов. Укротитель. У нас будет вторым. Так, на укротителя мы повешаем. Так, два. Так, 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 от стана это у нас будет третьим. Да, мы поставим замедление. Попробуем таким составом. Правда, урон по зоне и стан не очень хорошо, ну да ладно. Так, тут у нас будет. Будем агрить, думаю, на него. Скорее всего, лучше так. Так, 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 так. Так, 3. Дальше у нас будет стрелок. Ведьму возьмем. Так, ведьма. Цепляем шару. 4. Пикалка, исцеление 5. И кого, 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 и стрелка. Попробуем так, и стрелок у нас будет.
Так, крит у нас весь занят уже, да? Вот так сделаем. 6. Нет, поставим. Вот так вот. Вроде как бы все. Так, ну что, поехали, будем-то точно так же агрить. Конечно, тут, наверное, скорее всего, надо будет Вольта взять. Сейчас попробуем пока таким составом. Или работает тут опять же. Мунка от стана. Так, ну что-то... Вот, нормально, все, забрали энергию, ускорились. Самое главное, не дать сейчас ему зарядиться. Как только мы дадим ему зарядиться, все. Считайте, что мы уже слили. Надо попробовать, будет все-таки на тыковку агрить. А, он все-таки даже не достает. Ну, лучше, наверное, таким образом его бить. Делать забор. Так, ну пока. Не тянем мы на 3 ляма. Ну, попробуем. Чуть-чуть нам не хватает. Практически чуть-чуть. Ну, надеюсь. Ух, ёп. Вот так вот. Хрена себе. Жестко. Так, ну хорошо. Коли так. Давайте тогда разбросика напихаем. Не вопрос. Да, жестко. Замедление, походу, тут так сильно не проканает, как только переключается все. Так. Сделаем вот так вот. Разброс. Пусть будет. И попробуем, по-моему, у меня стрелок был с разбросом тоже. Сейчас я гляну. Не, убрал я разброс. Так, хорошо, если стрелка нету. Так. Попробуем сейчас рунами поставить еще дополнительно. В принципе, огнекрыло. Так, еще один разбросик. Ведьма с разбросом. Так. Химка. Ну, давайте всем полностью разброс. В принципе, тут тоже это не особо страшно будет. Вот так вот попробуем. А то реально немножко жестко. Так, и поставим, наверное, все-таки поставим сюда дракона еще. Чтобы дополнительно забирал энергию. Так, окей, поехали создать старт. Так, смотрим. Ну вот, как видите, Шиара, почему многие спрашивают, почему я беру Шиару. Шиара берется для того, чтобы он не набирал быстро энергию. Потому что сейчас у нас будет максимальный разгон, и мы просто можем улететь, если он включится хоть раз. Вот поэтому все делается. Так. В принципе, я смотрю, сильно по урону мы даже не проигрываем. Мы вот сняли некоторые эти. 500 у нас вылетает стабильно. Конечно, чуть-чуть будет меньше. Самое главное сейчас вот этот момент, когда он включится. Возможно, тут надо... Вот, нормально, переходик нормально. Отлично. Отличненько, переходик у нас есть. Пробуем дальше. То есть, видите, надо все-таки герой с разбросом
У меня в данном случае это ведьма, еще пару разбросов, чтобы сразу снять у него энергию и дать ему максимально зарядиться. Как только он зарядится на максималку, все. Это уже файл. Из-за этого и нету 3 миллионов ни у кого, в принципе. Ну, пробуем. Так, тыковка. Сейчас он загрелся, кстати, на тыковку у нас. Ну, пока вроде идем на топ. Посмотрим, как дальше будет. Главное сейчас опять момент этот не просрать. Не дать ему включиться. Герои на разгоне. Ну, вроде все отлично. Сколько там было? 2 и 1,5. Нам надо сейчас убить практически 4 отделения. По максимуму выбить. Вот вам и разбросик, который уже опять же будет актуален. Посмотрим, что нам дадут стражи, я, честно говоря, не знаю. Но, судя по описанию, будет очень интересно. Ну, вроде как, почти. Чуть-чуть не хватило нам до 3. Ну, неплохо. Попробую на тыковку поагрить, возможно, будет получше. Так, что там у нас? Сейчас станем, как обычно, топ-1. Топ-1 должен быть везде. Так, ну давайте попробуем на тыковку поагрить еще. Интересно, такой вариант. Посмотрим, что из этого получится. В принципе, тут все герои, кроме Мишки, дальники. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Не канает так. Видите, не канает. Ну и да ладно. В принципе, все. Обновит уже. Посмотрим. Также у нас сегодня акции неплохие. Про них я, наверное, обзорчик тоже вам засниму. Так. Скинов, правда, нету. А, не, есть. Публики есть. Отлично. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно. Топ-контент для вас. Делаем все по красоте. Ссылочка на Огнекрыло в описании. Вот, заслуженное первое место. Все, всем удачи, всем пока.